Креативное и яркое место для ваших фотографий в Петербурге – Мозаичный дворик. Находится совсем недалеко от основных достопримечательностей, но найти его не так-то просто. А как? Я сейчас покажу. Находится это прекрасное место в минуте ходьбы от Летнего сада. Адрес – набережной реки Фонтанки, 4. Нужно войти в арку, и вы сразу окажетесь в мире мозаичных красот. Создал мозаичный дворик заслуженный художник Владимир Лубенко и его ученики. Мастерская находится в этом самом дворе, и, кстати, там можно пройти мастер-классы по мозаике, если вдруг вам это интересно. Не сказал бы, что это место прямо супер достопримечательность, но здесь совершенно точно можно сделать яркие и оригинальные фотки. Еще здесь стоит винтажная бэха, и можно бесплатно припарковать машину, что в центре очень актуально. Имейте в виду. Подписывайся на мой блог и увидишь больше интересного.